Итак, коллеги, всем добрый вечер. Тема сегодняшнего семинара у нас «Воронка вопросов». В первую очередь данная тема будет интересна тем, кто работает в сфере продаж. При этом данную схему могут употреблять значение воронка вопросов не только продажники, то есть люди с целью продаж, но и в переговорах, которые вы используете как на работе для общения со своим руководством, подчиненными, руководителями, а может быть, в личных целях со своими близкими. И первое, на что я хотела бы обратить внимание, что так как мы говорим с вами о вопросах, вопросы бывают разные. И каждому типу вопросов свое время. Почему возникает термин «воронка вопросов»? Есть вопросы, которые решают широкий круг задач и позволяют нам получить информацию достаточно пространно, а есть вопросы, которые позволяют как раз-таки сужать сферу получаемой информации. И в рамках нашего курса мы с вами рассмотрим два типа воронок. Первый по типу задаваемого вопроса, а второе по технологии Нила Рекхама, техника СПИН, которая также у нас имеет воронкообразную форму. Соответственно, если говорить о воронке вопросов, то давайте вспомним, многие из вас с этим сталкивались, понятием слышали, кто-то уже применяет, кто-то нет, что вопросы бывают разные. Уверена, что каждый из вас слышал такие определения, что вопросы бывают открытые, закрытые и альтернативные. Давайте поразмышляем, когда какие нам нужны и чем одни отличаются от других. Ну, если говорить об открытых вопросах, то открытые вопросы – это те вопросы, которые предполагают развернутый ответ. Соответственно, какого рода это могут быть вопросы? Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, и далее некий текст. Скажите, пожалуйста, а каким образом вы принимаете решение, может быть, о покупке, а может быть, выбираете поставщика, а может быть, наоборот, принимаете решение о заключении контракта? Это все открытые вопросы, поскольку они предполагают развернутый ответ. При этом, посмотрите, пожалуйста, при задавании открытого вопроса, чтобы вашему партнеру по диалогу было сложно ответить на него однозначно, рекомендую использовать стимулирующие слова из серии «Расскажите об этом подробнее». Ну, посмотрите, если я сейчас задам вопрос «Расскажите, пожалуйста, как вы проведете Новый год?» Есть шанс, да, кто-то расскажет, а кто-то, вы знаете, я еще не думал. А если я скажу, вы знаете, мне очень интересно, ну, если вы ко мне обратились, если я, предположим, продавец или поставщик, знаете, для того, чтобы я могла подобрать вам правильное решение, расскажите, пожалуйста, а как вы любите проводить Новый год? Предпочитаете ли вы шумные компании, спокойный отдых? Важен ли для вас стол? То есть, понимаете, таким образом я стимулирую, расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. И вот теперь ответить одним словом, нормально, не знаю, уже сложно после такого побуждения. При этом посмотрите, пожалуйста, в открытых вопросах есть один подвох. И в частности студенты, слушатели, которые приходят к нам на курсы, которые читали зарубежные учебники, зачастую неправильно в силу перевода воспринимают открытые вопросы. Но в частности в некоторых переводных учебниках видела, что открытые вопросы – это вопросы, начинающиеся с вопросительного слова. И приводятся примеры, дословные переводы англоязычных авторов, вопросов «зачем», «почему» и так далее. На мой взгляд, в российской практике вопросы «зачем» и вопросительные слова «зачем» и «почему» не стимулируют к развернутому ответу. Почему же? Потому что со временем они у нас с вами воспринимаются как вопросительные слова, таящие за собой обвинительный оттенок. Я вам сейчас приведу пример. Среднестатистическая российская мама при воспитании своего ребенка, не говорю все, говорю среднестатистическое, большинство из нас, ну, скажем, ребенок еще маленький, там в песочнице с игрушками играет, и вот он взял чужую игрушку. У нас в культуре не принято говорит, дитятка, нельзя брать чужую игрушку. Прежде чем ее взять, нужно спросить разрешение у ее хозяина. Наша мама говорит, ты зачем взял чужую игрушку? Ты почему трогаешь без спроса? Дитятка растет, дитятка уже 14 лет. Мама пришла с работы, что ты почему не вынес мусор? Ты почему не сделал уроки? Ты зачем опять пошел туда? Дитятке 40 лет, муж уже с работы, жена его опять с порога. Ты почему не купил хлеб и так далее? И со временем у нас на подкорке, в подсознании, вот на вопросах «почему» и «зачем»
кроется подтекст, что обвинение. И посмотрите, формально, если мы читаем вот западный учебник, там пишут, спросите, ну, в продажах у своего покупателя, почему он остановил выбор именно на этом товаре. И предполагается, что покупатель вам рассказывает, вы знаете, мне нужны какие-то характеристики, я проанализировал такие предложения. А вот теперь представьте, вы выбрали модель, а я к вам подхожу и говорю, а вы почему выбрали эту? Вот есть некий подтекст, как будто я вас считаю не очень умным и ваш выбор не одобряю. И вы чувствуете себя уже некомфортно. А ведь наша задача, чтобы в диалоге наш партнер чувствовал себя комфортно. И уж если у нас с вами это открытый вопрос, вопрос, который должен стимулировать развернутый ответ, то, конечно же, он не должен звучать обвинительно. Поэтому в российской практике рекомендую заменять «зачем», «почему», а нам так и хочется это сказать, любимые наши вопросительные слова, чтобы действительно стимулировать развернутый ответ. Как ты думаешь? Добавлять «расскажи, пожалуйста, об этом подробнее», «как ты считаешь?». Вот на очных курсах, когда мы проводим тренинг эффективных переговоров либо учим менеджеров по продажам, мы обычно для открытых вопросов проводим небольшую практику. В частности, я прошу кого-нибудь из аудитории мне помочь и загадать какую-нибудь известную личность. Давайте представим, что вот я сейчас загадала известную личность. И представьте, что мы играем с вами игру, ваша задача угадать, кого я загадала. Причем эта известная личность может быть как ныне живущая, так и давно почившая. Это может быть мифический персонаж, герой кинофильма, герой книги. Главное, что это известная личность. А вот теперь представьте, что у вас на все про все есть 5 открытых вопросов. За 5 вопросов вы должны выяснить, кого я загадала. О чем бы вы меня спросили? Открытый вопрос. То есть предполагается, что я сейчас начну рассказывать. При рождении данный персонаж демонстрировал признаки, ну и так далее. То есть понимаете, в чем подвох? Внешность. Вы меня спрашиваете внешность. Это что, нормальное? Вы стимулировали, чтобы я подробно рассказала? Нет, нет, вопрос о чем? А как бы он звучал? Екатерина тоже написала. Мужчина. Ребята, вот это вопросы закрытые. Дело в том, что у нас, опять же, мы привыкли задавать закрытые вопросы и зачастую не стимулируем. Хорошие. Вот вы задали хороший вопрос. Но чтобы он действительно стимулировал, добавить. Опишите, пожалуйста, внешность вашего персонажа. То есть фактически мы задаем не вопрос, а это просьба, которая выполняет суть как раз-таки открытого вопроса. Опишите, пожалуйста, подробно внешность вашего персонала и подскажите мне, как он выглядит, как он одет, какой стиль, прическа, рост, там, цвет кожи. И вот теперь отклониться, сказать «нормально» я не смогу. А когда спрашиваете «внешность», нормальная, красивая. Понимаете? Ребят, в жизни зачастую мы также задаем вопросы. Хорошо, я отвечу на ваш вопрос. Это мужчина, молодой, привлекательной внешности, завидный жених. Многие девицы на него засматривались. Давайте сейчас порассуждаем. Является ли ваш вопрос открытым? Вот сейчас, вот если бы я отвечала честно, я бы ответила, отличительной чертой персонажа является наивность. Я не буду много рассказывать. Вот понимаете, если мы хотим стимулировать, то тогда расскажите, пожалуйста, отличительные черты вашего персонажа. Что вы хотели вот узнать, услышать? Как вы предполагали, я отвечу? Вот, тогда так и говорите. Расскажите, пожалуйста, что выделяет данного персонажа от других? Его отличительные черты характера, поведенческие, там, внешние, может быть, особенность, по которой его узнают. Понимаете? Шире должен быть вопрос. Вот тогда он станет открытым. Отличительный, наивный. Так, ребята в режиме вебинара пока молчат. Чем занимался наш персонаж? Жил, не тужил, слушал родителей и выполнял их волю. Чем он прославился? Вот опять, чем прославился? Ребята, не забывайте добавлять, расскажите потом, чем прославился? Тогда нужно сразу. То есть, посмотрите, пожалуйста, на самом деле, когда говорю теоретический материал, все говорят, понятно, открытый вопрос, конечно, знаем. А доходит до практики, занимаюсь аудитом продаж. Начинаю слушать реальные разговоры, моделировать. А открытые вопросы задавать не умеем. Критерий очень один. Задайте себе вопрос этот. Стимулирует ли он вас к развернутому ответу? Или вот если бы у вас спросили, вы ответили односложно.
тогда вопрос будет действительно открытым. И на самом деле умение задавать открытые вопросы – это целое искусство. Ведь одним вопросом вы можете узнать очень много и много и много. И если это продажа, то вы на самом деле из ответа на один вопрос узнаете и предпочтения покупателя, и его потребности, и ключевые точки, акценты, на которые вы можете обратить внимание. Но посмотрите, что будем продавать? Какой товар возьмем? Колбасу. Давайте представим, что я продаю, у меня физическим лицам, юридическим склад оптовой продажи. А пусть будет физическим. Ну, представьте, я консультант отдела колбасные изделия, и у меня тут 120 производителей, более 1000 номинований. И вот покупатель, который ходит у меня, чем зарабатывает на жизнь, написала Татьяна. А он безработный, Таня. Посмотрите, пожалуйста. Вот в случае с колбасой я должна у покупателя спросить. Начну я на самом деле, вот чтобы разговорить, создать хорошую атмосферу в начале диалога, я бы, конечно, поздоровалась. Добрый день. И обозначила свою позицию. Ну, как я говорю, в переговорных тренингах я сказала, меня зовут Светлана, я менеджер отдела колбасных изделий. Я вижу, вы потерялись в нашем многообразии. Позвольте, я вам что-нибудь посоветую. И вот только заручившись, но это не имеет отношения к вопросу, в данном случае это вступление в контакт, да, я скажу, скажите, пожалуйста, вы ищете определенную марку, или хотели бы попробовать что-то новое? Это пока что закрытый вопрос, потому что мне нужно понимать, что спросить далее. Вот если он будет конкретно там, а еще вот такую-то, да, моя задача помочь. Если вот, вы знаете, хотелось бы что-то новенькое, вот здесь место открытого вопроса. Потому что мне важно, чтобы я могла подобрать то, что подойдет данному покупателю, чтобы я могла сместить акценты, я тогда спрошу, скажите, пожалуйста, а какой вкус вы любите? Ну, бывает, кто-то любит говядину, кто-то свинину, кто-то курицу. Предпочитаете вы, может быть, копченые, сырокопченые там? То есть и это вы берете, вам важен внешний вид? Ну, одно дело нарезку на стол, там, на праздник, другое дело самому скушать за ужин. И вот теперь моя задача, смотрите, сколько в один вопрос вложила. Я стимулирую рассказать много-много пунктов. И вот теперь, в зависимости от того, что я услышу, я смогу тогда правильно провести презентацию потом. Ведь если мне мой покупатель говорит, вы знаете, у меня завтра юбилей, хотелось бы что-то, с одной стороны, солидное, но чтобы перед гостями грязь лицом не ударить. При этом, чтобы это был красивый вид, ну, не вареную же колбасу на стол ложить, там, докторскую. Ну, и, конечно же, чтобы не было там, ну, предположим, там, консервантов, ну, там, сильных Е, там, и прочее. Вот тогда теперь посмотрите, я на самом деле поняла позицию. Первое, я понимаю, что у человека не является главным критерием экономия. То есть говорить, вот это оптимальный вариант по цене я не буду. Второе, что я услышала, что человек хочет, он написал солидное, то есть мне нужно из разряда премиум, то есть я сразу поняла, то есть, ну или бизнес-вариант, то есть это не эконом-варианты. Второй вариант, мне сказали внешний вид, чтобы это красиво смотрелось в нарезке, не все сорты колбаски можно тонко, красиво порезать. Ну и третий вариант, человек хочет некий здоровый продукт. Тогда, проведя презентацию, то есть рекомендую, не являясь на таком колбасах, но однозначно знаю тот вариант, который бы я порекомендовала, я сказала, обратите внимание, данный продукт изготовлен по ГОСТу, сюда входят только натуральные ингредиенты. При этом посмотрите фигурная упаковка, которая позволяет нарезки сделать там укладку изящной, она там качество такое плотное, что можно там использовать, там цветочки делать и прочее. При этом это премиум-продукт, ваши удовлетворят самый взыскательный вкус. То есть я теперь делаю презентацию с учетом всего-всего. А если бы я использовала закрытые вопросы, вот как раз-таки угадать персонажа, если бы мы сейчас гадали, а это мужчина? Да, хорошо. Мы бы гадали, вот на курсах провожу опрос, вот угадывают героя, ребята друг у друга. Вот с открытыми за 1-2 доходят до истины. А когда закрытые, и 5, и ну раз не хватает. Так вот, посмотрите, когда мы говорим о том, что мы вступаем в некие взаимоотношения, я имею в виду переговоры со своим партнером, будь то покупатель или будь то наш партнер по переговорам,
У нас бывают две ситуации. Первая ситуация, когда вы знаете точку зрения, мнение, позицию своего партнера по предмету переговоров. Ну, посмотрите. Если я хочу поехать на море, а знаю, что супруг хочет поехать на, ну, на Новый год, имею в виду, а супруг хочет поехать на горнолыжный курорт, мне об этом уже на этапе переговоров известно. И я знаю причины, по которым. Тогда я не буду задавать: любимый, а где бы ты хотел там провести Новый год, там, и то, расскажи, и так далее. А вот если, то есть мне прояснять позицию не нужно. Но ведь зачастую, когда мы видим покупателя или партнера, приходим к руководителю, прежде чем выступать с предложением, нам важно прояснить его позицию по этому вопросу. Тогда мы сможем свою позицию, свои аргументы подстроить под нужный ракурс для того, чтобы быть услышанными. И в этом случае открытые вопросы незаменимы. За один вопрос вы узнаете много и много информации. Но посмотрите, когда меня попросили описать внешность, вы ведь параллельно узнали, что это мужчина, и что он молод, то есть сколько попутной информации. То же самое в диалоге. Открытый вопрос позволяет вам попутно собирать достаточно большой объем информации. А вот закрытые вопросы, смотрите, у нас есть определение на доске, это те вопросы, которые предполагают однозначный ответ. Ну вот как раз на, либо ответы «да» или «нет». Это мужчина. Да, тут не предполагается развернутого ответа, да, нет. А может быть, ваше любимое блюдо, опять же, не предполагается развернутого ответа, там сказали пельмени, там у кого-то там борщ, у кого-то мороженое и так далее. Или ваша дата рождения, здесь однозначный ответ. Вот задача закрытых вопросов после того, как вам стала понятна позиция вашего партнера, либо произвести уточнение, правильно ли понимаю, для вас важен вот такой фактор. Это закрытый вопрос. Ваш партнер говорит «да» либо «нет». Либо мы говорим: скажите, пожалуйста, правильно ли, ну, можно опять же сказать, скажите, а какую модель вы предпочитаете? Или опять же мы рассказали о нескольких марках, скажите, на каком, на какой там, ну, колбасе не модель, а как вид, сорт, на каком сорте, вас, номинование вы остановили свой выбор? Это закрытый вопрос. Вот закрытые вопросы нам нужны как раз-таки на стадии уточнения, потому что если я сейчас начну спрашивать развернуто, а расскажите мне, пожалуйста, подробно, на каком виде вы остановили свой выбор и как вы принимали решение, я сейчас потеряю партнера. Моя задача сузить, вот как раз-таки вороночкой вести его. То есть сначала мне нужны широкие знания, а теперь я отсекаю все ненужные варианты, подталкивая к решению. И посмотрите, пожалуйста, у нас есть еще альтернативные вопросы. Так, вот Дмитрий предлагает мне вопрос. Расскажите, пожалуйста, чем занимался этот человек и какими достижениями он отметился? Вот посмотрите, очень хороший открытый вопрос. Занимался, чем он только не занимался. А вот отметился и вошел в умы тем, что женился на царевне лягушке. И вот смотрите, один вопрос уже всем подсказал, кого я загадала. Кого? Иван Царевич, да. То есть посмотрите, пожалуйста, вот открытым вопросом, вот с него как раз-таки начала наша слушательница, можно было сразу понять, кого я загадала. А закрытым мужчина, да. Сколько мужчин во всем мире, да, учитывая, что у нас и персонажи, далее бы спросили, ныне живущий там, да, нет. Ага, сколько их умерших, мифов, кино и так далее. Мы бы закрытыми очень долго пытали. А вот правильно заданный открытый вопрос, поэтому помните, что нужно не просто спросить, а подумать, а что, какую информацию вам даст ответ на этот вопрос. Тогда мы можем получить объем информации. Я как раз перешла к альтернативным вопросам. Посмотрите, альтернативные вопросы – это те вопросы, формулировки которых содержится ответ. Зачастую на многих тренингах продаж, в том числе альтернативные вопросы, используют на, как подталкивание клиента к завершению сделки. Ну, это, знаете, такие вопросы, когда мы уже все обсудили, и вместо того, чтобы попросить подписать там договор, оплатить, сделать выбор, специалист по продаже спрашивает, а вы оплачивать будете наличными там или по безналу? То есть тем даже не задавая вопроса, будете ли вы покупать, тем самым под... или вам привезти завтра или послезавтра. Коллеги, на самом деле задача альтернативных вопросов
намного шире. Например, на тренинге «Эффективные переговоры» мы говорим о позициях. Я плюс, ты минус. Я плюс – это тогда, когда у нас интересы и ресурсы все есть, и ситуация нам благоволит. Так вот, альтернативные вопросы – это наш инструмент, который позволяет оставаться нам в зоне «Я плюс», то есть успеха, будучи ограниченными в ресурсах. Ну, посмотрите, давайте представим, что я продаю автомобили, например, в автосалоне. И вот у меня клиент, я изучила его потребности, провожу презентацию автомобиля, который подходит ему по всем параметрам. И вот я его спрашиваю, закрытый вопрос. А какой цвет вы предпочитаете? Он говорит, ой, вы знаете, видел такой темный баклажан. Я говорю, вы знаете, а у нас нет, у нас вот только черный и серебро. Вот что он сейчас думает? Думает, а ты зачем, дура, меня спрашивала, да? И, а он в своих мечтах уже едет за баклажан, и у него вот появились сомнения, брать, не брать. И он мне, знаете, я еще посмотрю, поезжу, а вдруг там где-то есть. А вот если бы я задала этот вопрос иначе и сказала бы, данная модель представлена в цвете серебро и черном, какая модель вам больше по душе там нравится? Тогда и мысли даже, вот этих несбывшихся ожиданий нет. То есть я осталась в сфере ресурсной, ограничив эти мысли. Ну, и вплоть до того, что в личном, если я супруга спрашиваю, милая, с чем ты будешь пельмени, у меня вот с маслом. Я говорю, а масло закончилось. Ситуация аналогичная. А если я говорю, милый, есть кетчуп и есть сметана, тебе что к пельменям добавить? Уже, понимаете, опять же, безусловно, вероятность того, что он скажет, мне маслица бы хотелось, но уже не было бы ни сбывших снежданий, не сказал, ты знаешь, к сожалению, масла нет, так кетчуп или сметана. И нет вот этого негатива. Нет стимуляции мысли в ненужном направлении. Поэтому посмотрите, опять же, если вы знаете, что у вас доставка там свободная, курьерская, не знаю, там другая, свободна только там, начиная с понедельника, спрашивать сегодня, а когда вам удобно доставить, задавая закрытый вопрос. Закрытый вопрос, он хорош на этапе уточнения, либо неограниченность у вас ресурсов, когда можно выбрать все, что угодно. А вот если я знаю, что у меня доставка с понедельника, я так и скажу альтернативным вопросом. Скажите, пожалуйста, у нас свободная доставка есть с понедельника, вам когда удобно? Мы можем в понедельник после обеда или любое время, рабочее время, начиная со вторника. То есть тем самым, опять же, я направляю мысли своего партнера в нужном мне направлении. И негатива не происходит. Безусловно, вероятность того, что прозвучит, а можно ли сегодня, есть. При этом она намного ниже, чем могла бы быть, если бы я задала вопрос, а когда вам принести? Ой, а можно прямо сейчас? И я говорю, нет, и вот уже пошло отторжение. Понимаете, возникновение такой конфликтной ситуации, несбывшейся мечты. Поэтому посмотрите, задача, если говорить о воронке, то задача открытых вопросов, вопросы широкого профиля вверху нашей воронки, задача их прояснить позицию вашего партнера по переговорам, а что он думает по тому или иному вопросу, какие у него мечты и желания. У покупателей, соответственно, выяснение потребностей. Закрытые вопросы нам нужны для уточнения и направления как раз-таки к жорлу нашей воронки, то есть правильно ли понимаю и так далее. И альтернативный вопрос, они хороши на стадии завершения переговоров, помогая нам остаться в зоне «Я плюс», в ресурсной зоне, когда у нас ресурсы на самом деле ограничены, направляя мысли партнера в нужном нам направлении. Это классическая воронка, по которой мы следуем как в продажах, так и в жизни. И если не начинать с закрытых, которые мы можем долго пытать и так и не услышать то, что хотели, а именно следовать открытые, закрытые, альтернативные, то эффективность ваших переговоров, ваших продаж вырастет. Отдельная концепция воронки вопросов, на которую я хотела бы обратить внимание, это концепция Нила Рекхэма. Опять же, все, кто работают в сфере продаж, наверняка знакомы с этим автором. Это технология задавания вопроса по технике SPIN. Но прежде чем мы к ней перейдем, давайте посмотрим, как мы можем дополнительно использовать наши уточняющие вопросы. Посмотрите, очень часто наш клиент говорит в открытом вопросе, наш партнер озвучивает некую неосознаваемую потребность. Ну, посмотрите, например, я спросила, меня хотят купить стиральную машину. То есть я менеджер продажи стиральных машин. Я
сначала начала с прояснения, может быть, закрытых, это ваша первая машина или у вас уже есть предпочтение? Мне говорят, ой, вы знаете, у нас машинок уже в жизни было много, а тут вот сделали ремонт на кухне, и посмотрите, пожалуйста, звучит основная потребность, мне надо, чтобы она, ну, осталась 40 сантиметров, поместилась в это расстояние, наша старая туда не входит. Звучит какая потребность? Мне нужна узкая модель. Когда я начинаю показывать, обратите внимание, шириной 40 сантиметров у нас есть такая модель, такая, так. Мне звучит, ой, слушайте, знаете, какая-то она страшненькая. А ведь про красоту ничего не звучало, звучало только про 40 сантиметров. О красоте никто не говорил. То есть сейчас у меня появилась неосознанная потребность, которая не говорит пока о конкретном. И что такое страшненькое или неказистое? Для кого-то это цвет, для кого-то это может быть форма, для кого-то это кнопки. Да, ну, не знаю, может быть, кнопочная хочется, сенсорная. Что за этим стоит, я не знаю. И поэтому моя задача выяснить. Ну, в данном случае я бы выяснила, скажите, пожалуйста, а вот модель красивая, которая бы украсила вашу кухню, это какая? И вот здесь мне звучит, ой, вы знаете, вот такая красненькая там, или может быть, то есть я понимаю цвет, а может быть, ну вы знаете, чтобы вот вся панель сенсорная, а может быть, ой, вы знаете, такое блестящее, то есть я слышу нечто, что позволит мне. И вот теперь я должна выставить, понимаю, я понимаю ваше желание, и называется вот это неосознанно, иметь, ну, например, технику позитивного цвета, может быть, яркую, а может быть, технику, выглядящую современно, в зависимости от того, что прозвучало. Это мы вскрыли неосознанную потребность. Тогда посмотрите, пожалуйста, для чего сделали, чтобы мы могли задать уточняющий вопрос, вот как раз таки, как я задала, а как вы видите? И услышали вот этот ответ, который я приняла. Что это? Красное, блестящее, сенсорное и так далее. И тогда, посмотрите, пожалуйста, мы можем перейти к контраргументу. Мы говорим, замечательно, вот у нас яркие цвета модели, посмотрите, все цвета радуги, они украсят вашу кухню, сделают ее солнечной там, и так далее. Может быть, это как раз-таки у нас будет, если это сенсорная панель, обратите внимание, вот на эти модели они имеют футуристический дизайн, посмотрите, даже чем-то похоже на космические аппараты, ни одной кнопки, только дисплей, на который сможет даже с вами разговаривать, если вы захотите там. Ну, и тогда впечатлить покупателя. То есть такие уточняющие вопросы помогают нам в нашей воронке как раз-таки от открытых вопросов переходить к контраргументам, с помощью которых мы будем проводить презентации. И посмотрите, пожалуйста, если говорить как раз-таки о выгоду мы подчеркнули, о Ниле Рекхаме, вот это мне хочется успеть. Так, пример я привела, ну давайте посмотрим. Итак, вам нужна кофемолка, у нас 10 видов кофемолки, чтобы я смог подобрать, ну в данном случае похожий останется, ребята, боюсь, важно не успеть, поэтому вот, к спину перешли. Что такое спин? Автор Нил Рекхам, который во всем мире ведет деньги продажи, возглавляя консалтинговую компанию, они проводили исследования с точки зрения эффективности продаж. И как раз-таки смотрели на работу продавца по изучению потребностей. Ведь зачастую фишка в продаже, да в любых переговорах, выяснить, а что нужно вашему партнеру. Как только вы знаете, что ему нужно, что вам осталось только поменять то, что нужно ему, на то, что нужно вам. Потому что продать, я понимаю, не только товар, продать идею, тоже предложение, можно только в обмен на что-то. Никому, кроме вас, ваших родителей, ваши мысли не интересны. Каждый человек думает о себе. И ваш партнер по переговорам тоже, ваш покупатель, думает о своей выгоде, а ни в коем случае не о вашем плане. Так вот, посмотрите, Нил Рекхам установил, что наиболее эффективно и быстро и самая большая конверсия, то есть выход соотношения первичного диалога и заключенных сделок наблюдается тогда, когда вопросы задаются не только с точки зрения открытой и закрытой, но и у нас идет чередование определенных типов вопросов. В частности, первыми задаются ситуационные вопросы, поэтому появляется у нас буква «С». Ситуационные – те, которые позволяют нам сфокусироваться на ситуации нашего партнера. Я сейчас приведу пример.
Далее следуют проблемные вопросы, которые фокусируются на проблемах, связанных с той или иной ситуацией. Ну, посмотрите, фокусировка на ситуации. Я задаю вопрос ситуационный. Скажите, пожалуйста, это ваша первая стиральная машина или у вас уже есть? Это ситуация. И мне сейчас, я слышу ответ, вы знаете, либо у нас уже каких только не было, а может быть слышу другую, вы знаете, мы жили на съемных квартирах, там пользовались тем, чем было, теперь вот у нас первое, и вы знаете, у нас малыш родился, нам хотелось, чтобы там был режим, который позволяет быстренько там за 20 минут, ну, чтобы час не крутить, пеленки постирать. Это ситуационное. Далее посмотрите, пожалуйста, когда мы поняли ситуацию, наша задача уточнить проблему. И вот здесь я буду вопрос тогда задам. То есть в настоящее время вам нужна машина, которая бы позволила вам быстро стирать детское белье, например. А может быть человек скажет, вы знаете, вот читал, есть такие машины там с уровнем подпара, с сушкой. А вот у нас квартира маленькая, сушить нет. И вот я достал сухой, чуть не поглаженная. Может быть другая. То есть в зависимости от того, какая прозвучала ситуация, я теперь извлекаю из этой ситуации проблему, которую мы будем решать. В любых переговорах, даже если это не продажа, я пришла к руководителю, моя задача утвердить бюджет подразделения на следующий месяц. Я опять же задаю, Иван Иванович, скажите, пожалуйста, а бюджет уже сверстан или можно вносить туда предложение? Потому что одно мне дело, говорят, уже все утверждено, это одна моя модель поведения будет, его изменение. Совсем другое сейчас собираем предложение. Тогда опять же моя проблема будет, либо, Иван Иванович, правильно ли понимаю, что я могу добавить еще пару предложений? Либо же, могу ли я изменить в рамках существующего бюджета, там может быть статьи расходов, которые у нас будут. Далее посмотрите, пожалуйста, извлекающие. В данном случае происходит фокусировка на конкретной проблеме, связанной с вашим коммерческим предложением. То есть посмотрите, ну, предположим, у нас есть маленький ребенок. Правильно ли понимаю, что ваша задача быстро стирать детские вещи, такие как пеленки, там, распашонки, так как они не являются сильно грязными, зачастую достаточно пополоскать. Это ребенок, который только молоко пока ест. Извлекающий. То есть нам нужна машина с режим, то есть там 20-30 минут максимум. И теперь посмотрите, пожалуйста, последний итоговый направляющий вопрос – это фокусировка на решение проблемы последствий принятия. То есть, если мы с вами приобретем данную машину, которая обладает вот этими свойствами, ваша ситуация заметно улучшится. То есть мы вот теперь к выгодам подталкиваемся. То есть ситуация, проблема, извлечение и направление. В данном случае открытые это или закрытые вопросы, они могут чередоваться по-разному. Как правило, ситуационные – это либо открытые, либо закрытые, а вот проблемные, они всегда у нас, вот проблемные открытые, а далее у нас закрытые, либо альтернативные. Так вот, посмотрите, пожалуйста, для чего мы идем по этой технологии? Это позволяет создать фактически потребность. И, возможно, человек об этом до этого не задумывался. Ну, например, давайте посмотрим. Итак, ситуационные – это открытые вопросы, направленные на выяснение ситуации клиента, косвенно связанные с коммерческим предложением. Ну, давайте сейчас кто-нибудь мне поможет. А может быть, я всем сразу задам вопрос. Коллеги, скажите, пожалуйста, а довольны ли вы качеством питьевой воды, которая льется у вас из-под крана? Или вам приходится пользоваться, может быть, дополнительными средствами по ее очистке? Расскажите, пожалуйста, об этом. Какой-то пользоваться дополнительными средствами. Потому что качество воды из-под крана. А в чем это проявляется? Не ее качество. Да, но вот чем не устраивает вас ее качество? Как вы видите, что она... Ну, лично у меня даже сам кран покрывается известковым налетом, и я понимаю, что... И это... чайник тогда, наверное, тоже. Да, чайник тоже. То есть кран, белые пятна, вот эти известь. То есть, а теперь посмотрите. Проблемный. То есть, правильно я понимаю, вот в том районе, в котором вы живете, вода полна известью, что приводит, ну, во-первых, к загрязнению, уж если говорить там техники, там неблагоприятному внешнему виду, там, опять же, наших хромовых вот этих поверхностей. И вы только вдумайтесь,
ведь это же самое накид, вот этот самый налет образуется у нас внутри. То есть если в чайник я потом могу налить туда химикатов, антинакипина, а ведь тот же самый налет образуется у нас в почках, в желудке, там, в наших кровеносных сосудах. Да. Это у меня был сейчас проблемный вопрос. И, может быть, кто-то из вас об этом сейчас не думал, что такая проблема стоит, но теперь задумались. А теперь посмотрите, пожалуйста, извлекающий вопрос. То есть, если бы мы с вами сейчас нашли способ очистки воды от извести, это помогло бы нам избежать многих, собственно говоря, проблем со здоровьем. Опять же, молодостью кожа-то приходит, вот серая, да, становится... Угу. Извлекли. И теперь направляющий, который может перейти презентация. Коллеги, мало кто думает, что простой фильтр, установленный на вот там кране, поможет нам очистить воду. Вы готовы послушать презентацию там, фильтров, устанавливаемых на кран, очищающих воду от извести? Вот посмотрите, а если бы я начала, ребята, а готовы вы послушать презентацию фильтров на кран, очищающих это от извести? Вот вы бы сейчас что подумали? Ну, с вами, наверное, не тем делом занялась. Ничего не знаю о воде, о качестве и прочее. Но в данном случае, вот, ну, чтобы в голову пришло. Понимаете, то есть постепенно теперь вы хотите слушать, вам это нужно. Вы теперь мою презентацию под бременем той информации, которую услышали, уже узнаете. А вполне возможно, вы бы ответили на мой вопрос по-другому. Да, мы производили замер, вы знаете, ржавая, в результате ни посуду не могу помыть, приходится покупать там вот эту бутылированную. Я бы тогда, вы понимаете, очищающее средство позволит вам сэкономить, я бы не о здоровье говорила, позволит вам сэкономить такое-то количество рублей, там опять же экология, бутылки там и пластиковые и так далее. Кто-то бы, может, ответил иначе. В зависимости от того, какой ответ прозвучал бы, я бы уже извлекала разную проблему и разные направления. Но итог был один. Нашему партнеру интересно слушать то, что мы планируем рассказать. То есть посмотрите, пожалуйста, если мы говорим о воронке вопросов по технологии SPIN, еще раз повторюсь, автор данной техники – это Нил Рекхэм. Это, у него, кстати, есть учебники по этому теме, там даже 4 тома, именно SPIN, где автор подробно не только рассказывает о своей технологии, но и приводит примеры. Если изобразить теперь структурно, то посмотрите, у нас ситуационные вопросы о текущей ситуации, а что есть сейчас. Иногда бывает, чтобы не, вот если я сейчас... Приду и скажу, а купите новый программный продукт. Он говорит, да нет, на старый вполне устраивает. А какая ситуация может быть? Я-то знаю преимущество своего программного продукта. Я скажу, Иван Иванович, правильно ли я понимаю, что растет ли ваша компания сейчас? Вот я вижу там рост у вас. Насколько за последний год увеличилось количество сотрудников? Ой, у нас все так замечательно, все здорово, все работает. Там в 2 раза было вместо 50 100. Ага, ситуация понятна, попался. Ну, если у меня некие программные продукты, которые оптимизируют бизнес-процессы. Далее посмотрите, пожалуйста, ведь суть ситуационного вопроса для того нужна, чтобы я могла задать следующий. Ведь если бы он мне сказал, нет, вы знаете, у нас стабильно 50 человек, нам это достаточно, мне нужно будет тогда искать другие. Я бы задала другой ситуационный вопрос. Например, а сколько ваши сотрудники тратят время на обработку такой-то информации? Потому что мне нужно что-то извлечь. Но пока у меня нет ситуации, мне извлекать нечего. Так вот, посмотрите, в данном случае я могла бы сказать, наверняка с ростом количества сотрудников вы сталкиваетесь с тем, что необходимо тянуть новые провода, снижается эффективность общения, потому что требуется больше согласований. И опять же, в зависимости от того, как зацепила я проблему, либо он говорит, да, есть такое, а может быть, сказал бы, то нет, все, на старом тогда буду искать другую проблему. Ведь посмотрите, единовременная работа сотрудников там, может быть, сайт, может быть, базы данных требует больших мощностей, затрат электроэнергии. То есть моя задача – нащупать проблему. Для чего? Потому что именно проблемный вопрос позволит выявить скрытые потребности. Ну, например, даже сам не осознавая, наш покупатель может сказать, да нет, проблем нет. Конечно, да, больше с бумажками бегают, но все у нас хорошо. И вот это больше бегает, ага, попался.
я выявила скрытую потребность, и вот теперь я готова развить ту проблему, извлекающую. То есть, если бы у вас сейчас сократилось время, то есть не нужно было бегать, ну, он только нажал кнопку и тот же был уверен, что в соседнем кабинете этот вопрос прозвучал. Не нужно бежать, не нужно ждать, там, застать на месте. Там, ну, скажем, финансовый директор командировки, ему раз на смартфон пришло, там, пришел вопрос там, или так далее, то заметно ускорилось бы решение всех организационных вопросов, повысилось качество. Ну да, конечно, разве ж такое есть. Вот ты попался, я извлекла, и я готова делать направляющий вопрос. То есть установка программы, которая там, да, я направляю, позволит, во-первых, высвободить время сотрудников для истинной работы, для выполнения своих функциональных обязанностей, а не бегания по кабинетам и собирания там виз, а может быть, уточнения информации. Если бы вопрос был там в мощностях, то есть, опять же, нам не нужно задействовать там серверные системы, ну, далее некая техническая часть. То есть я направляю, моя задача сейчас получить «да», которая позволит мне перейти к нашей презентации. В этом и суть техники SPIN, что мы идем от ситуации к конкретной проблеме, которая решается нашим предложением. И это предложение, ну, в продажах это, как правило, конкретный товар, а в переговорах это некая идея. Ну, возвращаясь к горнолыжному курорту, если бы я знала, что это еще на стадии обсуждения, я бы, знаете, начала ситуационный вопрос. Милый, скажи, пожалуйста, а как бы ты хотел встретить Новый год? И даже если он мне говорит, ой, ты знаешь, хотел бы провести с друзьями на горнолыжном курорте, там катаясь, свежий воздух, тогда проблемный вопрос. То есть правильно я понимаю, что для тебя самое важное – это наличие друзей, активный отдых. Смотрите, как я ушла. Не лыжи, а активный отдых. Ведь активный отдых может быть разным. Возможность, опять же, дышать. Ну да. А вот здесь, возможно, либо скрытая потребность прозвучит, но при этом хотела бы встать на лыжи, год не стоял, а может быть, не прозвучит. Ну, ты знаешь, при этом хотелось бы на всем готовом, чтобы не надо там. А теперь отвлекающий вопрос. То есть, если будет предложение, а может быть, сэкономить, тогда бы я сказала, которое позволит нам пригласить всех друзей, при этом у нас будет возможность активно отдыхать, и это ты бы рассмотрел этот вариант. И тогда было бы направление. Посмотри, пожалуйста, есть направление там, ну, на такой-то курорт, в котором имеется то-то, 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 я бы привела примеры. То есть у нас есть возможность создать потребность, за счет вопросов. Не мы рассказываем, ведь если я сразу начинаю презентацию, а купите машинку, она вот узкая и все прочее, она не нравится покупателю. Без вопросов я не выяснила о том, что важен, возможно, еще цвет, дисплей, важен активный отдых или важно, вот, чтобы прозвучало кран даже белый, конечно, эстетично. Заходите, вот чувствуешь себя неряхой, хотя чистишь каждый, да, день. И вот на этом мы можем делать акцент, на самом деле, извлекая и направляя нашего партнера своими вопросами в нужное русло. И то, что мы хотим, он говорит себе сам. Он говорит, да, мне это нужно, да, это позволит решить мои вопросы, закрыть мои потребности. И тогда по каналу продажи, будь то товара, идеи, мы идем более мягко. Не жесткая продажа, когда вам презентовали «Купи слона». А тебе нужен это слово, это то, о чем ты мечтал, потому что он позволяет решать тебе твои вопросы, уважаемый партнер по переговорам. Коллеги, на тему воронка вопросов есть очень много вспомогательной литературы. Это, говорю, в первую очередь, первоисточник Нил Рэхан, это учебники Сергея Ребрика, это и наши российские авторы, их сейчас достаточно много. Если говорить о центре специалист, то данный модуль с примерами и обязательным тренингом рассматривается у нас на курсе «Эффективные продажи». Курс называется «Менеджер по продажам». Полного цикла. И посмотрите, пожалуйста, там помимо данного вопроса, это целый модуль, можно его по курсу почитать, он так называется «Менеджер по продажам полного цикла», рассматриваются, посмотрите, какие вопросы. Это у нас 7-й модуль, тут вот как раз и умение задавать вопросы. Плохо, да, уехал экран, тогда я сейчас одну минуту
чтобы ребятам очным было лучше видно. Вот так подвину. Смотрите, это умение задавать вопросы, активное слушание, техники подтверждения потребностей. И вот один из вопросов, воронка вопросов, осознанно-неосознанно, техники спин. И это сопровождается практикумом. И, как вы видите, все остальные вопросы, как посвященные функционалу менеджера по продажам, поиску клиента, специфика телефонных продаж, ну и далее установка контактов, потребности, презентации, закрытие сделки. Все это есть в нашем курсе. Расписание курса вы можете увидеть на нашем сайте. Курс идет и в режиме утро, день, посмотрите, в режиме вечер. И есть у нас группа выходного, вот будни, есть группа выходного дня. Уверена, каждый из вас в случае заинтересованности найдет тот режим, который вам нужен. Екатерина спрашивает, но бывает, что ему это нужно, но это очень дорого. Безусловно, Екатерина, бывает, что это дорого для клиентов. И тогда как раз-таки посмотрите, в данном курсе у нас есть ответ и на этот вопрос, это работа с возражениями. И в данном случае у школы прозвучал, и я здесь на проводе рекомендую на вопросы о цене отвечать следующим образом. Ведь зачастую дорого может быть по разным причинам. Первое, дорого, покупатель не понимает, почему именно этот товар и стоит столько-то. Но, предположим, хочу я купить, 100 лет не делала ремонт, делали специально обученные люди. Вот если я, например, хочу купить обои, уверена, что сейчас, приехав в магазин, цена меня утифит, потому что последний раз покупала очень-очень долго. И я, конечно, спрашиваю, почему так дорого, они что, золотые? Так вот, посмотрите, если клиент не понимает цену, то есть почему именно этот товар и стоит так, то необходимо ему ответ будет строиться по структуре, что цены на данный товар зависят от, на столе, не тема поближе, хотя бы я вот его вижу. Например, цена на стол зависит от первого материала, который используют для его производства. Это может быть самый дешевый вариант ДСП, чуть подороже, ламинированное что-то, МДФ. И самые дорогие варианты – это ценные породы дерева, массивы, которые там, редкие ценные породы. Второй критерий, который влияет на цену изделия, это покупаете ли вы изделие фабричного производства или это частный мастер-краснодеревщик делает. У него, как вы понимаете, другая система затрат, себестоимости и так далее. Соответственно, обеспечена структура, то есть влияют материалы, чем меньше, тем меньше материал пошло, и производитель. Далее посмотрите, обрисовав критерии, очень важно критерии дать понимаемые. То есть вот если мне скажут, цена стола зависит от марки материала, я ничего не поняла, я не разбираюсь в марках. То есть понимаемые для покупателя. А далее я говорю, предлагаемый нами самый дешевый, мы обозначаем вариант, это стол из простого ДСП, 3 ДСПшки сколоченные, на рынке стоит там от 800 рублей. Самый дорогой вариант это, какое-нибудь красное дерево, которое как вино срубленное там, в какой-нибудь высокоурожайный год, которое 200 лет сохло где-нибудь какой-то мастерской, морилось, и вот теперь оно использовано. Стоимость такого гарнитура может составлять несколько миллионов рублей. Предлагаемый нами вариант находится в таком-то ценовом диапазоне с такими-то критериями, то есть это из качественного МДФ в фабричных условиях с гарантией качество и так далее. То есть, Екатерина, ребята, Лариса пишет, звук пропал. Екатерина, Наталья, слышно ли меня? Екатерина, да, Горская Наталья пишет, значит, у Ларисы что-то. Так, посмотрите, это для клиента, который не понимает, на чем строится цена. Есть, бывает, клиент понимает, откуда такая цена, но в данном случае не понимает, почему это на модель. Я разбираюсь в мебели, я знаю, что есть ДСП, есть МДФ, но не понимаю, почему вот это стоит столько-то. Я говорю, действительно, данная модель дороже своих собратьев за счет того, что в эту модель добавлено, посмотрите, складной механизм, который позволяет вам из стола сделать
ну, не знаю, зонтик и поставить его в угол, чтобы он вам не мешал. А может быть, эта модель умеет раскладываться в диван и образует спальное место в случае приема. То есть есть нечто. В любом товаре есть некая фишка, она не всегда осознаваема. А может быть, посмотрите, на данную модель нанесен дополнительный слой лака, потрогайте, который обеспечивает защиту, ну, не знаю, от следов пальцев, что удобно, если в семье, там, ну, может быть, есть маленькие дети, а может быть, если это кабинет с высокой проходимостью, может быть, продаж, а может быть, руководителя, дабы был эстетичный вид. То есть есть некий факт отличия. Иногда бывает дорого, покупатель говорит, чтобы поторговаться. Он все знает, все понимает, в данном случае поторговаться, а вдруг на его дорого вы ему дадите скидку. Тогда в данном случае необходимо, опять же, уточнить. Опять же рассказываем, что цена на данный продукт варьируется. Ну, предположим, если бы я рассказывала о рынке недвижимости, я бы сказала, цена на квартиры варьируется. Первое. От местонахождения самой квартиры. Квартиры в центре стоят дороже, там на Садовом кольце такая-то цена, и за МКАДом дешевле. Второй фактор, который влияет, это там, ну, не знаю, модель дома, что это, кирпичный, там, сталинка там и так далее. Третье – это инфраструктура, которая находится рядом и так далее. И снова модель от, модель до, я говорю, наш вариант находится и обоснование. Вот здесь мне либо принято, либо мне говорят, а вот там за углом дешевле. Вот здесь тогда, когда клиент разбирается, его задача подторговаться, привести аргументацию вашей цены. Действительно, ну, предположим, я продаю сейфы. Действительно, на рынке можно встретить варианты 1000 рублей. Давайте с вами вместе подумаем. Если на сейфе стоит, ну, не знаю, марка там, сверхпрочный там и прочее, значит, для него должен использоваться высококачественный там металл такой-то там толщины, каких-то характеристик. Метр такого металла стоит там, скажем, от 5, ну, не знаю, там, от 10 000 рублей. На сейф, как вы видите, его идет порядка 3 метров. То есть сейф дешевле 30 000, это либо некачественный металл, либо сварен в ближайшем металлопрокате, ну, там, не знаю, слесарной мастерской. То есть в данном случае заронить зерно сомнения. Хотите вы рисковать предмет, что вы собираетесь хранить? А может быть, задать критерий, опять же, если, скажем, речь о походе дантиста, если нам говорят, а вот в конкретном там фирме или, может быть, ваши конкуренты дешевле, а вы спросите, что входит в стоимость изделия. Ну, посмотрите, например, брекеты, скажем, да, во многих фирмах можно найти предложение дешевле. Уточните, входит ли в данную цену ежемесячное, чего с ними делают, ну, обслуживать нужно, обслуживание. Входит ли там гарантия, замена? Потому что зачастую, да, брекеты дешевле, но потом вы должны платить за каждый ежемесячный прием. В нашу цену входит, ну, как правило, бывает упаковка, доставка, то есть некие функции, о которых мы говорим. То есть у нас идет обоснование цены. Ни в коем случае, коллеги, на вопрос «дорого» не нужно отвечать, я вам скидочку дам. Как только вы пошли на уступку, необоснованно, сейчас вам сядут на шейку, ножки свесят, и будете вы падать далее. Екатерина, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Да, замечательно. Коллеги, на этом, к сожалению, наш с вами курс подошел к концу. У нас семинар, у нас было всего 40 минут. Может быть, есть вопросы, на которые я могла бы ответить? Этот материал вон где-либо выложен. Посмотрите, пожалуйста, вот та презентация, которую я выложила, вернее, вот вы сейчас видели, в формате PDF появится на странице группы. Страница группа – это у каждого из вас есть личный кабинет, но раз вы у нас зарегистрировали, значит, у вас есть личный кабинет, и именно напротив семинара, название семинара – страница группы. Сегодня оно в текущем, завтрашнего дня в прошедшем. Презентация в PDF. Видеозаписи очень часто, то есть вот то, что видели ребята, доска, голос, появляются на странице преподавателя, в частности, теперь на моей странице Казакова Светлана, где-то по истечении 3-4 недель по окончании курса, то есть где-то через месяц однозначно появится. Коллеги, есть ли еще вопросы? Ребята, тут
Так, если клиент имеет готовую утвержденную систему закупок и сертификаты испытаний и производит продукцию, как предложить и переубедить перейти на другой завод? Слишком велики затраты на такой переход. Скрытые потребности могут не перевесить. Наталья, если вопрос звучит так, как клиента заставить повысить свои расходы, то только если принесет ему выгоды. Каждое предприятие, каждый человек принимает то решение, которое ему выгодно. Если повышение затрат позволяет мне приобрести нечто, то нужно это нечто придумать. Что это? Стабильность поставок, повышение качества, которое мне принесет выгоду. Тогда это одна история. Если вы говорите, что мы производим продукцию хуже, работаем менее стабильно, вот нам хочется, чтобы клиент перешел к нам, то это, к сожалению, никак. Ищите потребность, которую вы можете предложить. Помните, найти то, что нужно, и обменять на то, что нужно вам. Вам нужен контракт. Найдите, что нужно потребителю. Что вы ему можете дать? Да, Наталья, выгоды. Абсолютно правильно пишет. Вот Роман, нужно прогадать выгоды клиента. Что это даст ему? Уж если вы хотите, чтобы он напрягся, потратил деньги, время и так далее на переоборудование, что это ему даст в итоге. Поэтому вот здесь, прежде чем продавать, выходите с предложением, продумайте. Иногда, знаете, вот особенно в продажах сложных продуктов, вот таких, как пишет Наталья, нужно научиться разбираться в бизнесе клиента, даже, может быть, чуть лучше клиента, чтобы понимать его выгоды. Потому что пока он не понимает, а что это ему даст, никто не станет рисковать. Коллеги, на этом я останавливаю запись. Благодарю вас за участие в своем курсе. Всего доброго и, надеюсь, до новых встреч в центре «Специалист».